Всем доброе утро. А у нас тут пополняшка. Давно не выходила. Честно говоря, не до снимания видео. Вот, у нас тут малыши с мамочкой. Золотые мои. Вот. Хорошенькие. Подушечки. Вот тут пуговица пришла. Вот. Со мной вместе на проверку. Очень многие спрашивают, чем пропаивать утят. Вот, повторяю, значит, первые 5 дней я даю витаминки им. А после 5-го дня я даю 3 дня энрофлаксацин. Вот. Да, сладкие. Мамочка такая. Хорошие. Боже, какие они чудесные. Вот эти какие сладкие. Сладкие детки. Посчитать их нереально. Меня все просят, скажите, какое количество под мамкой? Я, просто нереально посчитать. Вот это все она закрывает. Зёйки такие. Хаёси. Пузырики. Подушечки. Ну вот, все, что хотела показать сегодня. Еще тут у меня уточки сидят. Смотрите, у нас целый роддом. Раз, сидим. Сейчас. Вот тут яйца лежат. И там сидим. Так, сейчас еще пройдем. И тут у нас продолжение роддома. Видите, мои красавицы сидят. В пухах. Вот. Сегодня вечером буду смотреть по телефону, через какой срок, когда. Вот. Вот сидят девочки, труженицы мои. Все. На этом видео мы заканчиваем. До скорых встреч.